Спасибо Александру. Александр прислал 3 замечания. Первый там немножко не понял, поэтому второе и третье. Вот, второе замечание по ветру. Что вот ветер является одним из заметных факторов, который влияет на состояние реки. Абсолютно согласен. Большое спасибо, Александр. Отлично. Вот, будем это учитывать. И мало того, когда-то, может быть, у нас дойдут руки, то мы с вами рассмотрим также способы расчета ветрового волнения. Вот, волнение надо рассчитывать на водоемах, точнее, на всем большом. На больших водоемах и на больших водотоках. На маленьких водоемах, каких-нибудь прудиках, волнение рассчитывать не надо. Потому что оно там не развивается. Добрый день, Людмила. Александр, не за что. Все равно огромное спасибо. Коллеги тоже вас побуждают, пишите. Поэтому вот вопросы, замечания. Очень хорошие замечания Александра. Значит, про ветер вроде все понятно, да, коллеги? Соглашаемся. Второе замечание от Александра было о том, что как-то уж очень как-то по-детски, как-то банально, как-то вот... Ну, Александр-то это сформулировал, конечно, так сказать, по-простому, а я уже переформулирую как бы витиевато. Что как-то вот плохо говорить, что у большой реки вот большой сток наносов, а у малой реки малый сток наносов. Ну, типа ха-ха-ха, это и так всем понятно, с одной стороны. С другой стороны, ну и какая здесь новость? А с третьей стороны, есть еще глубокий философский смысл, коллеги, заключающийся в том, что использование абсолютных значений в качестве критериев не очень-то, ну, вообще говоря, непрофессионально. И поэтому вся та табличка, которая у меня была написана, что вот широкие, большие реки, они большие, широкие. Вот водосборы на больших реках, они большие. Вот все вот эти вот такие вот абсолютные характеристики, они все неправильные. Вот все, что здесь написано, все неправильно. Вообще надо подходить совсем не так. Коллеги, критерии по определению должны быть относительные. Тут, понимаете, иногда можно написать в абсолютном выражении, если подразумевается, что его надо использовать в относительном. Вот если этот параметр к чему-то уже, то есть он по умолчанию к чему-то отнесен. Вот, поэтому к чему же отнести? Вот Александр предложил совершенно правомерно, говорит, а что, вот давайте и отнесем вот сам этот сток наносов, вот это количество наносов, вот это вот количество алювия. Вот, ну, границу между алювиями и наносами, ее надо провести, и она довольно простая. Алювия, это, по всей видимости, это все, что когда-то несла река. Вот она когда-то его несла, когда-то откладывала, и может сейчас уже не взаимодействовать с теми нижними частями алювия. Она сейчас перемолачивает только тот верхний часть алювия. Вот, и этот верхний часть алювия, который подвержен активному движению, транспорту. Мы, вот русловики очень вообще любят это слово. Это одно чуть ли не самых главных слов, которые они используют, это наносы. Алювий, кстати, гораздо меньше. Вот русловики гораздо меньше используют. Есть специальные такие алювиальщики. Вот алювиальщики, они мыслят алювием. Они не мыслят наносами. Вот. Ну, алювиальщики, это вот ближе к геоморфологам. И получается, что можно соотнести, вот, Александр предлагает соотнести вот этот сток наносов, или количество наносов, или объем наносов, надо подумать, как именно сформулировать вот тот параметр. Надо с чем-то соотнести. Надо соотнести с чем-то вот базовым, чтобы каким-то образом нивелировать разные реки. Чтобы вот не напрямую связывать с размером реки, а вот сравнивать уже с некие соотношения, которые могут оказаться более продуктивными. И по умолчанию должны быть более продуктивными. Поэтому давайте, например, соотнесем сток наносов со стоком самой реки. И получится как? Вот если большой сток воды, там может быть относительно или большой сток наносов, или маленький, да? И это соотношение будет более важно, чем абсолютное значение самого стока наносов. И также маленькое, тоже может быть соотношение. Ну, например, вот уровень счастья, да, тоже относительная характеристика, коллеги, не абсолютная. Почему? Объем удобнее с объемом, наверное. Конечно, вот именно, да, вот спасибо большое, Александр. Конечно, нужно что-то соотносить, вот, и, естественно, в единых и даже формально можно проверять по размерности, чтобы это у нас соотносилось. Ну, я хотел вот пример со счастьем привести. Ну, например,
какой-нибудь там олигарх, он может быть несчастен. Хотя кажется, что напрямую можно было бы напрямую связать уровень счастья с уровнем денег. Ну или с чего-то. Ну, условно, давайте показывать с уровнем денег, да. Кажется, что чем больше денег, тем вот больше уровень там счастья. Вот. Оказывается, вот это слишком просто. Не срабатывает вот такой вот корреляции, такое вот сравнение, такое соотношение вот в абсолютном выражении. А в относительном все становится совсем по-другому. Может быть, какой-то олигарх, ему там нужно, не знаю, миллиард рублей, а у него всего лишь там полмиллиарда. И вот он глубоко несчастен, потому что у него этого миллиарда нет. Потому что у него вот нет того ощущения вот, получения того, что он хочет. Ну, это грубо отношение «хочу и имею». Хочу иметь. И вот это отношение, оно вот по Александру Синицыну срабатывает, потому что оно выражено в любых единых измерениях. Там в количестве рублей, в количестве там, домов, в количестве удовольствий, в количестве, не знаю, женщин или еще чего-то другого. В любом количестве. То, что можно выразить. Вот хочу там, не знаю, 3 килограмма мороженого, а у меня есть 2 килограмма мороженого. Вот я несчастлив. А вот хочу 3 килограмма мороженого, у меня 4 килограмма мороженого, вот я счастлив. То есть вот эти, или объемы, да, давайте мороженое будем мерить не в килограммах, а в литрах или в кубических метрах. Вот, хочу 2 кубометра мороженого, а у меня всего лишь 1 кубометр мороженого, вот я несчастлив. Вот, а может быть наоборот, какой-нибудь дервиш, который там ничего не хочет, и у него ничего и нет, коллеги, вот он счастлив. То есть у него соотношение вот в балансе. Вот он ничего не хочет, у него ничего нет. Он получает то, что хочет. Точнее, то, что не хочет. Вот этот ноль соотносится с нулем. Отлично соотносится с нулем. Да? Или с минимум каким-то там одной тысячной чего-то. Тоже надо подумать единицу измерения числителей, единицу измерения знаменателей. Или, например, вот это соотношение влияет не только числитель, но и знаменатель тоже. Например, вот молодой человек и девушка, вот они там поженились. И молодой человек делает все, что считает нужным для того, чтобы девушка была счастливой. Вот он считает вот это нужным, и он это делает. Вот, по его критерию девушка должна быть счастлива. Потому что он все, что считает нужным, вот, чтобы она была счастливой, он выполняет. То есть у него есть это соотношение, которое равно единице. Он доволен. А вот девушка почему-то недовольна. Девушка почему-то несчастлива. А почему? Потому что она хочет-то чего-то другого. У нее знаменатель другой. Ей надо вообще да, в два раза больше чего-то. А может быть вообще не того. Вот когда не того, тогда тоже, конечно, есть какая-то размерность вот того, не того, чтобы объединить и то, что он делает и считает нужным, вот, и то, что она хочет. Вот. Но в результате получается, вот, а потом получается вот еще диссонанс между тем, что он-то все выполняет, а она считает, что вот он не выполняет. Вот и все. Вот. Поэтому кроме критерия счастья здесь, у нас есть еще и критерия каких-то вот взаимоотношений семейных. Да? Все это напрямую, как видим, соотносится с состоянием нашей системы река. Поэтому спасибо, Александр, за это замечание. Вот оно вот побудило не то, что согласиться с ним, а просто удивиться, почему же вчера мы не говорили вот об этом. Что... И вообще, таким образом, мы теперь будем с коллеги вспоминать периодически о том, что каждый вот это конкретное критерий как бы воздействует или подвергается воздействию, надо соотносить, оказывается, с какой-то базой. То есть использовать не абсолютные критерии, а смотреть или переводить его в относительный, или смотреть, какой относительный критерий мы подразумеваем, называя вот этот абсолютный критерий. Ну, например, вот человек, у которого рост 1,80 м, высокий он или нет? Непонятно. Потому что если у него кровать 2 метра длиной, то нормальный рост. А если у него кровать 1,75 м, то все. Если по такому критерию, по критерию удобства спать в его кровати, то, оказывается, не хватает знаний о росте человека. Оказывается, нужно еще соотнести этот рост с длиной его кровати. Или с чем-то еще другим, да, если не по кровати, а по высоте потолка, например. Или по тому, например, кого принимают там в кремлевские войска. Вот в кремлевский взвод принимают только тех, кто выше 1,85 м. А он 1,80 м. О,
Все, оказывается, он низкий калий. Если по этому критерию. То есть много разных критериев, и все эти критерии, они по разным знаменателям, по разным основаниям. Ну ладно, спасибо, Александр, что вы подняли этот вопрос. Отлично.